Тема медичної реформи, я думаю, зараз у всіх на слуху. І, до речі, до 1 квітня вже мають всі підписати договори з медпрацівниками, з лікарями. І от один пост у Фейсбуці, я думаю, сколихнув усіх просто. Друзі, а хто вже розібрався з медреформами? Навіть не уявляла, за якими чинниками обирати лікаря та де саме. За пропискою чи будь-де та будь-кого. Це він відтепер буде надавати всілякі довідки дітям, чи педіатри залишаться? Ось такий пост викинула Тося Козачка. Не можуть розібратися. Ось скоро 1 квітня вже підпишуть медреформу, вже підпишуть усі до цього дня, підписують, да, договори, але не можуть розібратися. Тож з цим питанням звертаємось до нашої гості, до лікаря. Тож, Іро, представляй. Дозвольте, я представлю. Оксана Баланська, начальник обласного центру здоров'я, завітала до нашої студії. Оксана Юріївна, доброго ранку. Отож, 1 квітня – це дата, яку всі бояться, що говорити, не знають, що робити. Що це за лікар первинної допомоги? Хто це він і що робити, якщо я… Кажу чесно, що такого лікаря не обрала. Що мені робити? Давайте покроково розбиратися. Давайте попробуємо прояснити цей питання. Давайте, давайте. Значить, перше. 1 апреля не являється той датой, в яку нужно уложиться для того, чтобы заключить договор с семейным врачом. 2018 год и, собственно говоря, даже, наверное, начало 2019 года – это то время, когда происходит реформирование первого уровня оказания медицинской помощи. Что такое первый уровень оказания медицинской помощи? Это наши с вами врачи-педиатры, врачи-терапевты, семейные врачи. Так. Это те люди, с которыми мы должны подписать декларации, правда? Совершенно верно. Был вопрос у вас по поводу педиатров. Это мы трешечки сгодом сколыхнемо. Хорошо, давайте тогда так. Начинается подписание договоров, именно начинается, а не заканчивается 1 апреля. Розпочинається лише. Да. Давайте простимо так, що я от приходжу в медичний заклад, я не знаю лікарів, як мені обрати свого? От що мені робити? Є несколько путей, як вам вибрати свого врача. Перше, ви занимаетесь опросом своих знакомых и говорите, у кого ты лечишься, тебя устраивает твой врач, посоветуй мне. Второе, вы приходите в лечебное учреждение, в котором должна быть информация, она должна быть доступна всем пациентам, где будет написано, какие врачи там принимают в этом лечебном учреждении, их квалификация, имя, фамилия, отчество, и вы можете подойти, познакомиться с этим врачом, поговорить, и если вы посчитаете, что этот врач вас устраивает, заключить с ним декларацию. Хочу еще раз подчеркнуть, что заключение деклараций только начнется с 1 апреля. То, что происходит до 1 апреля, это подготовительный этап. Тобто зараз ми спілкуємося з колегами, з сусідами і вислуховуємо поради, кого ж нам обрати. Да, совершенно верно. Когда вы приходите в поликлинику и заключаете договор с 1 апреля, то Национальная служба здоровья, которая начнет работать с 1 июля, начнет перечислять средства за ваше обслуживание вашему семейному врачу. Очень у многих возникает вопрос. Если я не заключил договор с семейным врачом, я должен буду сразу же после 1 апреля оплачивать все услуги врача? Нет, конечно. В течение 2018 года для населения вообще не изменится ничего. Если вы не заключите договор, ну, не заключите. Час вопрос, что есть. Сейчас, да, время, хочешь, время есть, время для принятия решения. Вместе с тем, если у вас есть врач, которому вы доверяете, но нет смысла тянуть заключением этой декларации, откладывать это на конец года, почему бы это не сделать вот непосредственно после 1 апреля. Ну, а вже заключають такі декларації, підписують чи ні? Національна служба здоров'я вместе з міністерством планирует запустить компонент, который позволит это делать в электронном виде с 1 апреля. Но подготовительный период идет, многие врачи заключают все равно предварительные соглашения с пациентом. Для чего? Есть то граничное количество населения, которое врач может взять себе на обслуживание. 2000, это 1800 для семейных врачей,
2000 – это для врачей-терапевтов и для врачей-педиатров. Они у нас остаются работающими врачами, они не теряются после 2018 года. У них будет меньшее количество населения, с которым они могут заключить договор детского населения. Здесь есть оговорка. Врач может принять решение и заключить большее количество договоров. Это важно. Так. Но вместе с тем, если врач заключил 2000 договоров с населением, и к нему придет еще кто-то, врач будет иметь право отказать, потому что и мотивировать это тем, что большее количество населения может существенно влиять на качество той медицинской помощи, которую он будет оказывать. Безліч запитань до вас, просто безліч, да, слухайте. Давайте еще вот скажем такое дело, заключение договора с врачом, так, это не то решение, которое определяет всю дальнейшее общение с медициной. Вот я в течение первого года пациент будет иметь право поменять врача столько раз, сколько ему это будет необходимо. Тобто, якщо мені не сподобається мій там шановний Іванов Іван Іванович, я можу змінити його на Петрова Петра Петровича. І ще таке, цього запитання, якщо не за місцем проживання, це може бути в будь-якому кінці міста, я можу обрати. Тобто це не принципово. Навіть в другому місті. Єдинственно при этом, ну, желательно руководствоваться здравым смыслом, потому что лечение, выдача больничных, выдача других справок будет весьма затруднительно и для вас, и для врача. Здесь здравый смысл. Нормативно это никак не ограничено. Вы будете иметь право заключить договор или декларацию с врачом на всей территории Украины. И еще два таких главных питання. Что я могу вымагать от лекаря после подписания декларации? Какую помощь мне могут надать? В отличие от второго уровня оказания медицинской помощи, там, где у нас с вами появляются узкие специалисты, оказание медицинской помощи на первом уровне, то есть педиатрами, терапевтами, семейными врачами, оно не предполагает расчета медицинской услуги. Приходя к врачу, вы вручаете себя ему, если можно так сказать, комплексно. И он вас обслуживает полностью, рассчитывая на оплату, которую ему будет перечислять Национальная служба здоровья за каждого человека. Оплата будет зависеть от возраста человека. За деток и за пожилых людей это будет большая сумма. Так, вот про детей, дуже коротенько, 30 секунд, что нам с детьми робити, с педиатрами, маємо заключати чи ні? Вы можете заключить договор с педиатром, вы можете заключить договор с семейным врачом. Тобто це не принципово? Нет, это не принципиально. Добре. Ось, зокрема, ви сказали, що ми можемо відмовитися від свого сімейного лікаря, але в цьому питанні є свої нюанси. Розкажіть нам про них. Ви можете відмовитися не тільки від сімейного врача, ви можете відмовитися і від терапевта, і від педіатра, якщо ви з ними заключите договор. В течение первого года может пациент неограниченное количество раз поменять своего врача. Происходит автоматическая замена врача на тот момент, когда человек заключает договор с другим врачом. И Национальная служба здоровья просто начинает перечислять деньги другому врачу, у которого уже на обслуживании этот человек находится. Есть всего два случая, когда может врач отказаться от пациента. Первый случай – это когда у него превышен порог количественного набора пациента. И второй вариант – это когда пациент находится у него на обслуживании, на лечении, но не выполняет никаких его рекомендаций, и врач видит, что их общение неэффективно и не приносит пользы здоровью пациента. Мы с вами уже проговорили, что 1 апреля является началом заключения, датой, когда начинается заключение декларации между врачом и пациентом. Происходит это следующим образом. Все население составляет красный список. Красный список – это просто все население, которое есть на участке обслуживания. Когда человек приходит и заключает декларацию, он переходит в так называемый зеленый список. Вот людей из зеленого списка будет финансировать Национальная служба здоровья в плане оплаты услуги врачу за лечение и обслуживание этого человека. В том случае достаточно распространенный есть вопрос, а если я не пойду к врачу, а какие-то деньги мне от государства положены? Хочу сказать сразу, что по тем нормативным документам, которые на данный момент нам доведены, не предполагается монетизации
этих средств. То есть, если вы не заключите договор, ну, просто эти средства вас не найдут, скажем так. Если человек просто не заключит договор и будет оставаться в красном списке, да, в 2018 году для него ничего не меняется. В дальнейшем, когда все обслуживание перейдет уже медицинское первого уровня, на финансирование через Национальную службу здоровья, просто человек будет платить за медицинскую помощь первого уровня сам самостоятельно із своєго кошелька. Тобто лише фінансові. Якщо я не підпишу зараз, не окажетесь, так, да, ви не окажетесь без медицинской помощи, просто ви не дадите возможность Національній службі здоров'я вас знайти і оплатить вашу медицинскую услугу. А ще, до речі, було питання, вчора мені задали питання, якщо обрати не терапевта собі як сімейного лікаря, а якогось профільного лікаря, так хто можна? Взагалі, цей сімейний лікар, Ми з вами говоримо о том, що сьогодні у нас йде реформування первого уровня оказания медицинской помощи. На первом уровне оказания медицинской помощи у нас с вами есть врачи только трех специальностей. Это терапевты, это врачи, которые лечат, оказывают медицинскую услугу взрослому населению, это педиатры, мы все с вами понимаем, что это детское население, и это семейные врачи. Раньше семейные врачи – это были педиатры и терапевты, которые прошли соответствующие курсы переподготовки. На сегодняшний день уже выпускаются семейные врачи. Это люди, которые получили такое специальное образование. В компетенцию семейного врача входит обслуживание как взрослого, так и детского населения. Давайте мы еще скажем, если человек пришел, он намерен заключить декларацию, у него есть все три компонента, то есть желание, есть врач, который с ним готов заключить декларацию, и у него должен быть третий компонент, что ему с собой принести, какие документы. С документами все очень просто, это всего лишь паспорт и идентификационный код. За детей заключают декларацию его родители. В случае, если и такие случаи есть, у человека по религиозным соображениям отсутствует идентификационный код, Национальная служба здоровья нам говорит, что в формах для заключения декларации будут внесены определенные параметры, чтобы такой человек тоже смог эту декларацию заключить. Безвыходной ситуации нет. Не буває абсолютно безвихідних ситуацій. Не панікуйте, головне, розбирайтеся, підписуйте декларації, все обов'язково вийде. Оксана Баланська, начальник обласного центру здоров'я, була у нас детально, вже ретельно дала відповіді на всі запитання. Дякуємо вам.